Астрономический календарь. Самые интересные астрономические события, которые вы можете увидеть на небе в марте. 1 марта Луна проходит в 6 градусах к югу от Марса. 2 марта на юге России начинается видимость МКС. В Москве космическую станцию можно будет увидеть с 5 по 10 марта. 4 марта Луна проходит вблизи рассеянного скопления Гиады. 5 марта Луна в фазе первой четверти. 10 марта естественный спутник Земли пройдет в 1,5 градусах от звезды Регул. 12 марта – полнолуние. 14 марта Луна проходит в 1,5 градусах от Юпитера. 20 марта – весеннее равноденствие. По продолжительности день сравняется с ночью. 20 марта – Луна в фазе последней четверти. 22 марта – комета 41P Тутля-Джакобини-Кресака проходит вблизи галактики М108 и планетарной туманности Сова в созвездии Большой Медведицы. 25 марта – Венера в соединении с Солнцем. Планета видна и вечером, и утром, низко над горизонтом. 28 марта – новолуние. Ясного неба и успешных наблюдений. Партнер проекта Astro Channel – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта planetarium.ru. Получи скидку на всю продукцию по коду 2017.